Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 385. Выполните умножение. Первое. 516 умножить на 32. Выполним умножение в столбик. 516 умножим на 32. Так. 2 на 6. 12. 2 пишем 1 в уме. 1 на 2. 2 и 1. 3, 5 на 2, 10, 3 на 6, 18, 8 пишем 1 в уме, 1 на 3, 3 и единичка, 4, 5 на 3, 15. Теперь складываем. 2, 3 плюс 8, 11, 1 пишем, 1 запоминаем, 0 плюс 4, 4 и 1, 5, 1 плюс 5, 6, единичка. Итого получили 16512. Второе. 418 умножить на 46. 418 умножим на 46. 6 на 8. 6 и 8, 48. 8 пишем, 4 в уме. 1 на 6, 6 и 4, 10. 0 пишем, 1 в уме. 4жды 6, 24 и 1, 25. 4 на 8, 32, 3 в уме. 1 на 4, 4 и 3, 7. 4жды 4, 16. Складываем. 8, 0 плюс 2, 2. 7 плюс 5, 12. 1 запоминаем. 2 плюс 6, 8 и 1, 9 и единичка. 19228. Третье. 4519 умножить на 52. 4519 умножаем на 52. 9 на 2, 18. 8 пишем, 1 в уме. 1 на 2, 2 и 1, 3. 5 на 2, 10. 0 пишем, 1 в уме. 4 на 2, 8 и единичка, 9. 5 на 9, 45. 5 пишем, 4 в уме. 1 на 5, 5 и 4, 9. 5 и 5, 25. 5 пишем, 2 запоминаем. 4 на 5, 20 и 2, 22. Складываем. 8, 8, 9, 9 плюс 5, 14 и 1. Здесь 3 и 2. Получили 234 988. Четвертое. 314 умножить на 258. Это будет равно. Так, вот здесь мы запишем 314 умножим на 258. 4жды 8, 32, 2 пишем, 3 в уме. 1 на 8, 8 и 3, 11, 1 пишем, 1 в уме. 3 на 8, 24 и 1 в уме, 25. 5 на 4, 20, 0 пишем, 2 в уме. 1 на 5, 5 и 2, 7. 3 на 5, 15. 2 на 4, 8. 2 на 1, 2, 2 на 3, 6. Теперь все это складываем. Получаем 2, единичка, 5 плюс 7, 12 и 8, 20, 0 пишем, 2 в уме. 2 и 5, 7 и 2, 9 и 2, 11, 1 пишем, 1 в уме. 1 плюс 6, 7 и 1, 8. Так, получили результат 81012. И пятое. 133 умножить на
8. 133 умножить на 908. Трижды 8, 24, 4 пишем два в уме. Трижды 8, 24 и 2, 26, 2 в уме. 1 на 8, 8 и 2, 10. Теперь умножаем 0 на все числа. Вот у нас вторая строчка, получается, отсутствует. И теперь третья строчка. 9 на 3 – это 27. Вот здесь мы пишем 7, 2 в уме. 9 на 3 – 27 и 2 – 29 и 2. 1 на 9 – 9 и 2 – 11. Складываем. 4, 6, 7, 1 на 9, 1 плюс 9 – это 10, и единичка в уме. Значит, здесь двоечка и здесь единичка. Это будет равно 120 764. Шестое. 215 умножить на 204. 215 умножить на 204. 4жды 5, 20, 0, пишем 2 в уме. 1 на 4, 4 и 2, 6. 2 на 4, 8. Теперь нам нужно 0 умножать на 5, 0 умножать на 1, 0 умножать на 2, получится 0. Поэтому строчку с нулями мы записывать не будем. А переходим к следующей цифре. Теперь двойку умножаем на 5, это 10. И первую цифру мы записываем сюда. Единичка в уме 1 на 2, 2 и единица в уме 3, 2 на 2, 4. Складываем. 0, 6, 8, 4, 3, 4. 43 860. Седьмое. 626 умножить на 480. 626 умножить. Ну, поскольку у нас 480 заканчивается на 0, то мы напишем вот так 480, а потом 0 просто снесем, добавим к результату. 6 и 8, 48, 8, 4 в уме. 2 на 6, 16 и 4 – это 20, 0 пишем, 2 в уме. 6 и 8, 48 и 2 – 50. 4жды 6, 24, 2 в уме. 2 на 4, 8 и 2 в уме. Значит, это 10, 0 пишем, 1 в уме. 4 на 6, 24 и 1 – 25. Складываем. 8, 4, 0, 5 плюс 5, 0, 1 в уме. Здесь 3. И 0 сносим сюда в результат. Получаем 300 480. Восьмое. 1234 умножить на 567. 1234 умножить на 567. 4 на 7, 28. 8 пишем, 2 в уме. 3жды 7, 21 и 2, 23, 2 в уме. 2 на 7, 14 и 2 в уме, 16, 1 в уме. 1 на 7, 7 и 1 в уме, 8. 6 на 4 – 24, 2 в уме. 3 на 6 – 18 и 2 в уме. 20, 0 пишем, 2 в уме. 2 на 16 – 12 и 2 в уме. 14 и 1 в уме. 1 на 6 – 6 и 1 в уме. 7. 5 на 4 – 20, 2 в уме. 5 на 3 – 15 и 2 в уме. 17, 1 в уме. 2 на 5 – 10, 1 в уме, 11, 1 пишем, 1 в уме, 1 на 5 – 5, и 6, единичка – 6. Складываем. 8,
7, 6 плюс 0 плюс 0 6, 8 плюс 4 12 и 7 19, 9 пишем 1 в уме, 7 и 1 8 и 1 9 и 6. Результат 699 678. И девятое, 2984 умножить на 4006. 2984 умножаем на 4006. 4 на 6, 24. 4 пишем, 2 в уме. 6, 8, 48 и 2, 50. 0 пишем, 5 в уме. 9 на 6, 54 и 5, 59, 5 в уме. 2 на 6, 12 и 5 в уме, 17. Теперь нам нужно 0 умножить на все цифры первого числа. Получится нули, писать их не будем. Следующий 0 нужно умножить на все цифры, тоже получится нули, писать тоже не будем. Переходим к четверке. 4 на 4 – это 16. Вот сюда пишем результат. Единица в уме. 4жды 8 – 32. И единица – 33. 3 в уме. 4жды 9 – 36. И 3 – 9. 3 в уме. 2 на 4 – 8. И 3 в уме – 11. Складываем. Получаем 4, 0, 9. 7 и 6 – это 13. 1 в уме. 1 плюс 3 – 4. И 1 в уме – 5, 9, 1, 1. Итого получаем 11 953 904. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.